все отлично, все по кайфу. Приехал сюда в первый раз вообще на рухфайтинге. Это также у меня вообще есть и подарок для рухфайтинга. Я сделал гимн рухфайтинга, это сделал трек для вас специально. Поэтому могу его предоставить вам, запеть, сделать все, что угодно по кайфу. Я думаю, если мы начнем нашу пресс-конференцию с этого, будет очень весело. Это круто, брат. А что, дайте тогда мне микрофон и погнали. Все, давайте сделаем и это. И ехало. Нашим пацанам Казахстан салам. Знают свое дело, кричим вау-вау-вау. Рухфайтинг для смелых, это навсегда. Тарас ПСПБ, респект Алматы. Нашим пацанам Казахстан салам. Знают свое дело, кричим вау-вау-вау. Рухфайтинг для смелых, это навсегда. Тарас ПСПБ, респект Алматы. Мною движет уважение, ай-ай. Потому я на движении, ай-ай. Чай Алматы, это как братан. Потому с людьми я кричу Алга, Казахстан. Сколько хорош. Сил, я был со взрывами, типа не я. Брат, поэтому фамилия, я Тараса, с вами я. Казахстан и СПБ, каждый из нас каменья. Даже если упадем, знаю, что мы встанем, я. Хотим счастье делать горячий коллаб, ай. Всем нашим Рахмет, ай. Всем нашим салам, ай. Нашим пацанам Казахстан салам. Свое дело, кричим вау-вау-вау. Рухфайтинг для смелых, это навсегда. Тарас ПСПБ, респект Алматы. Нашим пацанам Казахстан салам. Знают свое дело. Нормально, нормально, хана-то отжигает. Рухфайтинг для смелых, это навсегда. Тарас ПСПБ, респект Алматы. Не, ну достаточно неплохо. Красавчик, я почему-то думал, что будет немножко кринж. Да, ну знаешь, нет, нормально. Там есть фраза рухфайтинга для смелых, это навсегда. Садись на свое место. Спасибо, спасибо, Корней. Мы это очень ценим. Такой молодежный. Нормально, нормально. Про Казахстан, про Алмату. Подарок для вас. Используйте его везде, делайте с ним все, что хотите. Права всем отдаю вам. Даю права вам. Красавчик. Красавчик. Специально для рухфайтинг. Спасибо, спасибо, Корней. Очень крутой подарок.